2016 год. И мне особо радостно то, что выставочный год начинается выставкой художников города Дивногорска. Это город, где нету смога, где снег зимой белый и солнце светит. И это ощущение есть вот в этой замечательной выставке. Действительно, она какая-то такая позитивная, она несет, может быть, какую-то частичку вот такой радости жизни, которую художники видят перед собой каждый день. Конечно, это не город Красноярск, где постоянно объявляется режим черного неба, не рекомендуют выходить на улицу, пользоваться автомобильным транспортом. Город Дивногорск, когда бы в него ни приехал, он красивый и летом, и зимой, особо красивый осенью. Поэтому, наверное, вот эта красота, она в таком сконцентрированном виде сегодня на этой выставке и присутствует. Мне хотелось бы просто от души поблагодарить всех участников выставки с таким замечательным результатом. Выставка дивногорских художников каждый год радует и нас, и радует тех, кто приходит на эту выставку, и зрителей, и друзей, и родных, и близких. Думаю, что для нас это в определенной степени такой настоящий красивый подарок. И мне хотелось бы в первую очередь предоставить слово академику, вице-президенту Российской академии художеств Анатолию Павловичу Левитину. Пожалуйста, Анатолий Павлович. Дорогие мои друзья, я могу так сказать, потому что я с этим городом связан с 1961 года. Можете себе представить, сколько прошло времени? Вот, больше полувека. Больше значительно. Поэтому мне особенно близко все, что здесь нарисовано, написано. И должен вам сказать, что выставка в целом мне очень понравилась. Понравилась тем, что почти в каждой работе есть самое главное, что же хочет сказать художник, чем он восхищен, что его радует. Вот в этом смысле эта выставка очень показательна, потому что она ясна в своих самых очень важных местах, важных моментах, потому что она доходит до зрителей, я уверен, что выставка будет пользоваться успехом. А потом очень важно, что здесь есть Дивногорск, есть город юности, который тогда еще был городом юности, когда я в нем был. Вот. Замечательно. Спасибо вам, дорогие друзья, за эту радость, которую вы доставляете своим настоящим вдохновенным искусством. Спасибо большое. Единственное, у меня есть пожелание. Зачем живопись, выполненная в технике масляной живописи, зачем закрывать стеклом? Я понимаю, когда графика под стеклом, понятно. Но живопись не надо под стекло, потому что подходишь, хочешь видеть, что там здорово написано, а видишь свое изображение. Мне кажется, что это неправильно. А так в целом замечательно. Спасибо большое. Есть куратор. Куратором является Георгий Васильевич Кузаков. Я бы хотел, чтобы он дальше вел открытие. Вот так вот. Действительно, это большая, серьезная, хорошая, достойная работа. Георгий Васильевич, пожалуйста. И когда заканчивалась выставка краевая здесь, где художники наши тоже как бы приняли участие в этой выставке, и мы как бы думали, что ну, где-то ближе к осени мы сделаем хорошую, интересную выставку, поскольку у нас обычно в январе месяце Дивногорский художественный музей отмечает свою дату, день рождения, всю Дивногорское дни он был открыт. И совпало у нас так, что пришлось нам в субботу открывать в Дивногорске художественную выставку, которая в основном она и была ну, как бы представлена дивногорскими художниками. Коллектив здоровый, крепкий. Вот мы так посовещались, быстро-быстро решили, ну что, сделаем. Разных площадок, образования, спорта, на открытых площадках. В общем, день будет, просто найдете по душе много-много чего интересного. Спасибо.
любит их, я так думаю, что ну, есть что сказать. Мы с радостью встречали художников Красноярска, профессорского преподавателя состава академии, института, училища. Я думаю, что вот следующая выставка, которая будет проходить. Хочешь сказать? А хотите выставить на автора? Давайте мы сюда пригласим. Уважаемые Демидовские художники. Старожилы нашего города, нашего скита. Вот такая у нас компания. Хорошая. Поздравляем.